Время новостей на телеканале «Актис», в студии Андрей Иванов. Здравствуйте. И коротко о том, что вас ждет в сегодняшнем выпуске. Тепло в Саватеевке. В отдаленном поселке произведена модернизация котельной и теплосетей. Фасадные вандалы. В Ангарске ведется борьба с нелегальной рекламой. С миру по нитке. В Ангарске маленькой девочке требуется дорогостоящая операция. Губернатор Игорь Кобзев вновь посетил военный госпиталь, где проходит реабилитацию участники спецоперации. Глава Приангарья встретился с бойцами, пообщался с медперсоналом, а также с волонтерами, помогающими ухаживать за ранеными. Это те, кто окончил ускоренные курсы сестринского дела. Их организовали по поручению региональных властей. Здесь жители разных регионов, и все с благодарностью. Вот каждый раз приезжаю, и мне говорят, что, в общем-то, врачи делают чудеса, это очень важно. Но что они делают, это с любовью и искренне. По словам губернатора, около половины пациентов уже выписаны. Остальным предстоит встретить Новый год в госпитале. Для них подготовят праздничную программу и организуют встречи с родными и близкими. В Госдуме приняли закон, регулирующий работу такси. Теперь в этом сервисе не смогут трудиться люди, имеющие непогашенную судимость по тяжким преступлениям. Также за руль не пустят тех, кто имеет 3 неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения. А если соискателя лишили водительских прав, то вернуться к работе в службе перевозки он сможет только через год после их восстановления. Документ содержит требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Также прописан способ расчета при установке тарифов. Котельная в Саватеевке начала свою работу. В апреле этого года между администрацией Ангарского округа ООО «Чистые ключи» и субъектом Российской Федерации в лице губернатора Иркутской области Игоря Кобзева подписано концессионное соглашение. В рамках него провели модернизацию мазутно-котельной, установили 2 угольных котла и заменили несколько километров тепловых сетей. Это позволило не только усовершенствовать систему теплоснабжения, но и увеличить ее надежность. Подробнее в сюжете. В прошлом году в Саватеевской котельной произошло 4 технологических сбоя. Причина – некачественное топливо. До недавнего времени там использовали мазут. Вопрос перехода на уголь рассматривался на протяжении нескольких десятилетий. Это наиболее экономичный и экологически чистый вид топлива. Его ежегодная добыча в Иркутской области оценивается в 16 миллионов тонн. Чем все это интересен, этот проект? Потому что сегодня работают очень профессиональная структура, которая зашла на отопление села, и ни одной копейки из бюджета города Ангарского городского округа не потрачено на вот этот вот амбициозный, хороший, качественный проект. Финансирование осуществляется при поддержке фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Объем инвестиций составил более 130 миллионов рублей. В рамках договоренности провели модернизацию существующей мазутной котельной. Первый этап – установка 2 угольных котлов. Второй – замена нескольких километров тепловых сетей. 2 линии топливоподачи, да? 3 источника, то есть 2 запитанных источника по воде и 1 еще резервный, значит, собственная скважина на техническую воду. Вопросы связаны, значит, хорошо решены вопросы по электрической энергии. 2 ввода и плюс, значит, аварийный дизель-генератор. Значит, хорошо подобрана газоочистка. На сегодняшний день угольные котлы снабжают теплом 2500 жителей Саватеевки. Мазутная котельная остается как резервный источник. Сейчас администрация округа планирует пригласить специалистов Роспотребнадзора, чтобы они провели инвентаризацию выбросов в окружающую среду. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин. Местное время. В Ангарске ведется борьба с рекламой на фасадах зданий. И дело не только в городской эстетике. Только за минувшую неделю в округе появилось около 50 надписей, которые пропагандируют наркотики. Подробнее в следующем сюжете. Зависимость, болезнь и смерть – это один из вариантов развития событий, когда употребляешь наркотики. Итог один – искалеченная жизнь. И чтобы этого не допустить, главное – пресечь любую попытку, желание и даже мысль попробовать запрещенные вещества. Для этого общественная организация «Город без наркотиков» регулярно проводит в округе информативные лекции. Кроме того, мы в декабре месяце выпустили памятку фонда, памятку для родителей, в которой рассказано о том,
как вовремя обнаружить, что ребенок, возможно, стал употреблять какие-то наркотические вещества, что делать, как определить, куда бежать. И в том числе там памятка по вейпам, по тем же самым критериям. Заключительная в этом году лекция организована для студентов Ангарского индустриального техникума. Всего за 12 месяцев таких мероприятий проведено более 70. Они охватили порядка 2000 подростков. По словам организаторов, наркомания – беда, которая может прийти в любую семью. А чтобы ее избежать, подрастающему поколению стоит регулярно напоминать о губительных последствиях такой зависимости. Рассказывают о вреде наркотиков, ну, в первую очередь, рассказывают, что такое наркотики, их вреда, их разновидности, ну, и как это в данный момент действует на человека. Эта лекция очень полезна для всех, независимо от возраста, потому что нужно знать о действии наркотиков и как можно противостоять этому распространению и отказываться от них. Если одни рассказывают о вреде психотропных веществ, другие, наоборот, пытаются вовлечь в это дело всеми возможными способами. Округ вновь накрыла волна так называемых антимаркетологов, которые размещают свою рекламу на фасадах жилых домов. С помощью баллончиков они указывают адреса социальных сетей, где можно приобрести наркотики или стать их распространителем. Только за минувшие выходные активисты закрасили свыше 30 таких объявлений. Если ваш дом тоже пострадал от рук вандалов-пропагандистов, стоит обратиться в общественную организацию «Город без наркотиков». Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время. Все оперативные службы Ангарского округа перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Сотрудники полиции будут проводить патрулирование в местах массовых гуляний. Также в зоне особого внимания противопожарный режим. Он вводится в регионе с 29 декабря и будет действовать до 9 января. В данное время уже сотрудниками потребительского рынка совместно с полицией и отделом надзорной деятельности проводятся проверки мест продажи пиротехнических изделий для выявления, изделий, которые не сертифицированы. Люди будут привлекаться к административной ответственности. Как уже было сказано, нами рекомендованы места для запуска фейерверков. На сайте администрации опубликован порядок безопасного запуска пиротехнической продукции, а также расстояние, которое необходимо соблюдать при запуске фейерверков. И самое главное, обращая внимание ко всем взрослым, что все-таки дети – это наше святое в жизни. Поэтому дети не должны оставаться дома одни, дети не должны находиться на улице одни, и особенно в вечернее время, в ночное время. То есть, если они идут к родственникам, понятно, что все будут находиться дома, чтобы тоже сопровождали ребятишек и максимально уделили внимание всему подрастающему поколению. Помимо этого, в Ангарском округе в период новогодних праздников будет осуществляться ежедневное патрулирование водных объектов. В учебных заведениях округа сотрудники ведомственных организаций провели профилактические беседы по правилам безопасности. Жизнь дана на добрые дела. Маленькой Ульяне Фрейнштадт хочется лишь одного – быть здоровой и полноценно слышать прекрасные звуки природы, красивую музыку и голос любимой мамы. Сейчас это делать сложно. У малышки с рождения поставлен диагноз – полная атрезия правого ушного прохода. Подробности у моей коллеги Анастасии Москаленко. Этот маленький человечек только начинает свой жизненный путь, но с первого дня Ульяне приходится бороться с недугом – атрезией правого ушного прохода. Но несмотря на этот диагноз, девочка продолжает улыбаться и смотреть на мир глазами, полными надежды, что когда-то она станет слышать полноценно. Здесь написан диагноз наш, что правое ухо – артрезия, микротия наружного слухового прохода. Также есть второе ухо у нас слышит на 60%. Есть заключение компьютерной томографии. Тут тоже есть все, что у нас артрезия наружного слухового прохода справа. Ульяне необходима дорогостоящая операция. Чтобы семью приняли на лечение, нужно собрать непосильную сумму – более 8 миллионов рублей и получить разрешение в консульстве Казахстана на въезд в США. И деньги, и визы должны быть готовы до февраля. Благотворительные фонды, в которые обращалась мама Ульяны, ответили отказом. Сейчас нам нужно сделать срочную операцию,
по восстановлению ушного канала и реконструкции самой ушной раковины, чтобы она слышала на 100%. Мы обращались в Калифорнийский институт уха, находится он в Сан-Франциско. То есть мы списывались 3 года, ну, в общем, с самого начала, да, с самого рождения я их нашла. Я списывалась, я созванивалась с ними. То есть все анализы, все, которые я им отправляла, в общем, они сказали, что они могут нам восстановить и слух, и ухо за одну операцию. Атрезия – это врожденное отсутствие естественных отверстий и слухового прохода. С возрастом кости черепа твердеют, и к 5 годам слух еще больше ухудшается. У девочки с рождения сразу поставлена 4-я степень. Шансы на выздоровление есть, но только через операбельное вмешательство. Если это заращение слухового прохода, тоже может быть разных. Либо это кожицей закрылся слуховой проход, это один вариант, либо это костное заращение, да, то есть полностью отсутствует слуховой проход, вот, но при сохраненных структурах внутреннего уха. И вот при таких вариантах восстановления проходимости слухового прохода как раз будет иметь значение и повлияет на прогноз после проведенных операций. Семья маленькая Ульяши многодетная. У девочки есть еще старшая сестра и брат. Квартира, в которой они проживают, находится в ипотеке. Иного имущества нет. Мама девочки не теряет надежд и продолжает писать во всевозможные благотворительные организации и социальные сети. Сейчас важен каждый рубль. Новогодние чудеса встречаются, если в них очень сильно верить и надеяться. И этот голубоглазый малыш тоже верит в волшебство и в то, что когда-нибудь будет здорово. Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин. Местное время. В Монголии ждут россиян на новогодние праздники. Накануне для туристов из Российской Федерации запустили горячую линию. Русскоязычные операторы консультируют по любым проблемным вопросам. Кроме того, с 25 декабря начала действовать акция «Новый год в Монголии». Рестораны, отели, магазины и торговые центры Улан-Батора предоставляют нашим соотечественникам скидки при предъявлении российского паспорта. Акция продлится до 10 января. Отметим, что в следующем году власти Монголии рассчитывают увеличить турпоток до 1 миллиона человек в год. Лучший клиент – это довольный клиент. Компания «Мебельер» радует своих покупателей красивой, качественной и современной мебелью. На протяжении 5 лет сотрудники фирмы работают на результат и давно зарекомендовали себя настоящими профессионалами на рынке оказываемых услуг. Кухня, пожалуй, самое важное помещение в доме. Именно здесь вся семья проводит большую часть своего времени. Екатерина – счастливая обладательница новой современной кухни. Девушка на протяжении долгого времени является постоянным клиентом компании «Мебельер». Выполнили вообще все мои пожелания, то есть, чтобы максимально все было скрыто, закрыто, да, чтобы можно было вот порядочек навести такой. Все функционально, все очень гармонично, лаконично. Ну, в общем, все мои идеи были воплощены в этой кухне. Очень благодарна «Мебельеру». Ребята молодцы, у меня вот они весь дом обставили мебелью и кухней, и все остальное мебель они тоже делают. Прям рекомендую, благодарна, спасибо большое. Фабрика успешно занимается изготовлением мебели на заказ по индивидуальным размерам, учитывая все пожелания клиента и только по принципу «точно в срок». Над проектами работают опытные и внимательные дизайнеры. Вся продукция производится только на высокоточном оборудовании и из качественной фурнитуры. Компания «Мебельер» уже более 5 лет на рынке. Мы стараемся для наших клиентов произвести качественную, удобную и функциональную мебель, чтобы она радовала клиентов долгие годы. И мы стараемся, чтобы наши клиенты были довольны. Эфир нашего канала продолжит рубрика «Место происшествия». Я передаю слово Александру Бычкову. С вами был Андрей Иванов. До встречи в эфире на телеканале «Актис» и не переключайтесь.
Продолжаем эфир кратким обзором аварий и криминальных новостей минувшей недели. В студии Александр Бычков, и это «Место происшествия». Здравствуйте. Выходные в Приангарии выдались снежными. Непростые погодные условия могли поспособствовать росту ДТП. Как сообщают в Главном управлении МВД, за неделю было зарегистрировано 46 аварий. Травмы получили 54 человека. Четверо погибли. Наиболее частые причины происшествий – нарушение правил проезда пешеходного перехода и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Виновника ДТП на Академическом мосту приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Напомним, трагедия произошла в мае этого года. Погибла 22-летняя девушка, еще одна получила травмы. Обвиняемый, находясь за рулем Toyota Mark II, врезался в припаркованный на средней полосе Opel Vectra. Известно, что пострадавшие вышли из автомобиля, чтобы сфотографироваться. Следствие установило, что виновник происшествия был лишен водительских прав, а за руль сел в состоянии алкогольного опьянения. Помимо тюремного срока, суд запретил ему управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. Еще более резонансный приговор вынесен в минувший вторник в Кировском районном суде. Экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву отправили в колонию на 6 лет и 8 месяцев. Ее признали виновной в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Вместе с ней на скамье подсудимых находилось еще 5 фигурантов, трое из них также получили реальные сроки. Самое суровое наказание досталось сыну экс-чиновницы. Илью Белоусова отправили в колонию на 8,5 лет. Как установлено следствием и судом, обвиняемый в период эпидемии коронавируса и острого дефицита средств защиты осуществлял поставку медицинских масок с КНР. Товар был использован для нужд местного здравоохранения, однако позже продукцию признали контрафактной. Ущерб областному бюджету оценили в 90 миллионов рублей. Полностью свою вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу не вступил. В Иркутске отправится под суд местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство малолетнего, а также в других преступлениях. Следствием установлено, что мужчина вместе со своими родственниками совершили ряд поджогов с целью вымогательства и шантажа. В качестве подельников главный фигурант привлек своего несовершеннолетнего племянника и сестру. Потерпевшими стали 9 человек. Машину одной из них подожгли в тот момент, когда внутри находился малолетний ребенок. По независящим от злоумышленников обстоятельствам девочка осталась жива. Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку потребовалось провести 40 различных экспертиз, допросить более 100 свидетелей, выполнить иные процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Общий ущерб от совершенных преступлений превысил 22 миллиона рублей. Объем уголовного дела составил около 30 томов. В настоящий момент материалы направлены в суд. В Усть-Илимском районе Следственный комитет выясняет обстоятельства пожара, в котором погибло 2 человека, в том числе ребенок. В минувшее воскресенье в поселке Железнодорожный загорелся частный дом. При тушении внутри были обнаружены тела пожилой женщины и ее 8-летней внучки. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электрического теплого пола, на который был постелен ковер. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Иркутской области проходит операция «Браконьер». Сотрудники полиции совместно со службой по охране и использованию животного мира ежедневно проводят совместные рейды. На днях в лесу вблизи поселка Нижний Кочергат инспекторы обнаружили машину, в которой находились нетрезвые охотники. При составлении административного протокола мужчины стали угрожать им топором и даже повредили их автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вы нарушаете правила охоты, предусмотренные частью 1 статьи 8.37 Кодекса административных правонарушений, а именно правила охоты, а именно пункт 5.5.1 и 12. При осуществлении коллективной охоты все лица, участвующие в коллективной охоте, обязаны носить специально отражающий светоотражающий жилет. Всего в этом году в отношении граждан, нарушавших правила охоты, составлено более 1000 административных протоколов и 40 уголовных дел. Чаще всего браконьерской добычей становятся косуля, олень, соболь, кабарга и лось. Восьмикратно судимый рецидивист ограбил квартиру, переодевшись в женщину. Это произошло в конце ноября. Злоумышленника в изящных босоножках и парике зафиксировала камера видеонаблюдения. Правда, разыгранный спектакль уйти от ответственности ему не помог. Подвох полицейские заметили практически сразу. На каблуках
Это мужчина. Мне тоже кажется, что это мужик. Почему вы решили, что это мужик? Потому что нелепо ходит в парике и голову вниз держит. И вообще комплекция не женская. Молодому человеку удалось проникнуть в жилище и вынести оттуда сотовый телефон. Для надежности даже затер отпечатки пальцев. И тем не менее, сейчас ему грозит до 2 лет тюрьмы. И на этом у меня все. Увидимся в следующем году. А пока будьте осторожны. До свидания.